Также вы можете увидеть на эскизе, что проект предусматривает новую современную линию освещения в виде вот таких вот столбов. А также изюминкой этой части, в этой части проекта будет светодиодная лента, которая пойдет по всему периметру деревянного бруса. Вот так оно будет выглядеть уже в темное время суток. Еще планируется в рамках проекта видеонаружение.